Здравствуйте! Сегодня я хочу показать распаковку посылки из магазина «Мылоопт» из города Кременчуг. Я уже не один раз заказывала у них товар. Мне очень нравится как товар, так и качество обслуживания. Сервис очень хороший в магазине. Это должна быть накладная. Так, я заказывала килограмм каустической соды в ведерке. Очень удобно, когда в ведерке. Открыл, насыпал сколько нужно. Это весы я заказала. О, тут в наборе идут батарейки. Сейчас мы их проверим. Очень все хорошо запечатано пленочкой, чтобы ничего не царапалось. Здесь пленочка есть. Можно взвесить копейки. Я взяла 4,30. 6,88. То есть они показывают 0,01 в точности. Можно, конечно, сравнивать, если у вас есть еще по типу таких аптечных весов. Карманные они еще называются. Или ювелирных, и сравнивать показания этих весов. Хорошо. Так, показывала пакетики из органзы 10×15. Вот такие вот. Красиво. Заказала лимонную кислоту 100 грамм, дёготь березовый, литр. Все хорошо запаковано, ничего не разлилось. И тут больше в коробке ничего нету. Я подназаказывала гелевых красителей от душек. Это набор большой гелевых красителей. Синий входит, красный, по 100 миллилитров все идут, желтый, зеленое яблоко и фиолетовый. Заказала облепиховое нерафинированное масло 50 миллилитров, отдушку виноград, фруктовый мусс, лимон, календула, ромашка полевая и сладкую вишню. Было еще косточки вишни. Ну, я решила попробовать это в следующий раз. Возможно, другое возьму. И 3 по 10 мл облепихового масла, отдушки облепиховой. Вот такой вот у меня заказ получился. Я всем рекомендую этот магазин «Мылоопт». Заказывайте, вы будете очень довольны. Спасибо, что смотрели. До свидания.